общем, ребята, Кентуха на проводе. И прямо сегодня будет просто самое нереальное видео. Я к нему готовился 2 недели. Что, понимали? Для этого видео просто посмотрите, как много я купил Хэллоуин стикерпаков. Потому что каждый раз, когда меня будут килять, я буду открывать Хэллоуин стикерпак. Поэтому, ребята, просто прожмите за это лайк. Обязательно подпишитесь. Пух-пух-пух. Поехали. И это, ребята, будет не закладка, не-не-не, что вы там ничего не писали. Это будет именно обычный мем. 5 minutes later. Ну а теперь самое-самое важное, рассказываю правила. Если меня киляют без скина или, например, с рарки, я открываю кейсик. Если же меня киляют, например, с эпика, я делаю крафт арканы. Если же меня киляют с арканы или легендарки, я открываю Хэллоуин стикер пак. В этот раз у нас каточка не запустилась, но я уверен, что сейчас все будет хорошо. 5 minutes later. Ну что же, дамы и господа, мы начинаем первый раунд, ребят. Конечно же, беру мой любимый 5-7 Venomjig Star-Trek. На нем всего лишь 3 килла. Надеюсь, будет 4, а лучше 5, а лучше 8. Сразу всю команду на нее положу. Так, ну черед, аккуратненько. Метро Люблина, работаем, работаем, работаем. Опа, и кто тут? А никого нема. Есть тут дружочек. Давай, дружок, пирожок, хедшотичи поставлю. Они боятся кента, понимаете, да? Боятся, ребят, такого киберспортсмена, как кента ПК. Фу. Ничего себе. Так. Братиш, братиш. А, вот он бежит, 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 бежит. Пацаны, не пропускаем его. Есть, есть, съемки. Ко мне бежит один. Мама. Мама! Ого, ого. Нормально, забрали. На опыте, на опыте. Тут еще один, тут еще один. Ну все, ребят, ну и завин. Пока что, ребята, без приключений, на уверенности. Чисто на мужском характере забрали, забрали. Ну, ребята, ну не поганенько играем. Обнял, приподнял. Так, ну что, ребят, немножко смотивировал нашу команду. Беру М16, беру броник и вперед в атаку. У меня сейчас нормальная рушка, и у моей команды тоже. Поэтому, скорее всего, прямо сейчас вся наша команда сможет просто в сухую закрыть их. Так, ну что, ребят, главное не слиться. Так, ну что, я чекаю Тёмочку, но в Тёмке никого нет. Ребят, походу это плент А. Ну давайте на все-таки пожарный меч чекнем. Есть, 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 есть. Вау! Ничего себе, сколько их там, вы видели? Пацаны. Так, все нормально, ребят. А, все. Блин, а че так быстро-то? Дайте мне хоть килл сделать. Да, блин, чем все в комментариях напишут, кента ПК, ну ты и нуб. Не, ребят, отвечаю, все, я не боюсь. Если открой стикерпак, то открой. Все, мужики, ничего страшного. Все, погнали, погнали, погнали. Просто на характере, мужики. И погнали, все, побеждаем. Только победа, только вперед, ни шагу назад. Пацаны, если вам нравится подобная рубрика, прямо сейчас прожмите, пожалуйста, лайкусик. Потому что почти, если бы много лайков, то есть на продолжение. Только вы, ребят, наберете 20 лайков, сразу же, через 2 секунды снимаю продолжение. Все, разменял, разменял, минус 2. Киберспорт, моя жизнь. Ой-ой-ой-ой-ой. Тутип, тутип. Минус 3. Не, ну, ребят, я, конечно, все понимаю, но... Но как-то слишком просто. Так, агасики. Кажись, кажись, тут бомба, мы ее охраняем. Аккуратненько, ребята, очень сыбово. Никого не пушим, слушаем шаги. О-ла-ла, там кто-то был. Понял? Вот, вот, вот тут, тут, тут это есть, тут это есть. Все, ребят, готовьтесь. Все, спокойно. Красавчики, и без меня справились. 3-0. Не, вот я понимаю. Чисто! Это будет моя любимая рубрика, если она наберет много просмотров. Если вы все прожмете по лайку, напишите в комментариях, типа, кентуха, уважение. Притом, ребята, что они писали, это не закладочка, это ММ. Так, все, ну, я думаю, тут будет извин. Все, погнали, погнали, погнали. Вот, в идеале сделать 10-0. Ой, ну куда ты мне прям... Вот какой засранец. Я ему тоже кину в лесу флешку. Не, а что он меня бросает? Ему можно, мне нельзя. Все, ребят, поехали. Кто тут? Кто тут? А на меду никого нет? Ой-ой. Кажись, тут это был, не? Страшно. Реально страшно, справа был. Справа был. Ой-ой-ой! Аркана! Хэллоуин стикерпак! Все, пацаны, мы влипли. Я открываю первый Хэллоуин стикерпак. Блин, все так хорошо начиналось. Я думал, сухую их закроем. Но, походу, пацаны, увы, ах, все. Погнали открывать. Ну что же, ребята, вы готовы? Прожмите лайк, подписку, потому что я плачу. Я плачу, потому что это очень, и еще раз, очень дорого. Но ничего страшного, ребят, как говорится. Поехали! Пожалуйста, надеюсь, меня больше не будут килять с легендарок или аркан. Да, ребята, зашибись. Еще и выпал стикер-бум. Как обычно.
Наш тиммейт, как настоящий мужик, решил просто засейвить и все. Вот так вот, пацаны, вот так вот. Вот и делайте выводы. Ничего страшного. Один раз мы подарили им раунд, но это был первый и последний раз, ребят, все, все. А теперь Кента ПК берет Алик, поэтому бегите, хейтеры, бегите. Ой-ой-ой, так, походу пацаны спалили, что я Кента ПК. Ребят, чтобы понимали, я маскируюсь. То есть у меня ник Илья и аватарка другая, я маскирую, чтобы меня никто не спалил. Поэтому, пацаны, ой-ой-ой, ну кто так бросает? А ну-ка. Так, пацаны, а кто гулять будет? Так, никого нет, никого нет. Ну, пожалуйста, ну хоть один, высунься. Да как я промахнулся? О, идеальненько. Ха-ха! Прям хедшотик. Давай, попытка номер два, там еще один. О, я понял, я понял. Тут, ребят, уже шутки плохи. Куда хаишку? А если бы я попал? Есть, там есть, там есть, там есть. Они все в доме. Они все в доме. Короче, почти предлагаю так. По брейну. По брейну, ребят. Кто знает, какой брейн, плюс чат. Сейчас мы по брейну пойдем. Я так тут засяду и буду. И буду шмалять. Там кто-то есть. Отвечай, там кто-то есть! И тут мой тиммейт подбежал. Сразу ждет, чтобы если меня замочит, чтобы подобрать мой АВМ Спорта 2. Не, ну, братан, ну. Ладно, так уж и быть! Братан, надеюсь, ты мой подписчик. Обнял, приподнял, сделай скрины. Покажись им в школе и скажи, типа, что ты самый крутой в классе, брат. Обнял тебя, обнял, обнял, брат. Лучший, лучший. Так, ну что, ребята, счет 4-1, как говорится, киберспорт, это моя жизнь. Ну, конечно, один скирпак открыли, но, пацаны, ничего страшного. Как говорится, кто не открывал скирпак, тот нуб галимый. Потом почины. Погнали! Не забудьте также, пожалуйста, написать какой-то хороший комментарий, по типу там, Кент, красава, крутая рубрика. Ну просто, даже если вы не пишете комментарий, любой комментарий, чтобы видео продвинуть немножко вперед, потому что если будет много лайков, много просмотров, пацаны, обязательно сниму продолжение. А это плент А? Это плент А? Я понял. Все, ребята, бегу на помощь, мужики. Куда ты лезешь? Иди сюда, молодой. Тут есть. Пацаны, нас двое, их трое. Ой, блин. Ой, блин. Давай, 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 родники. Брат, просто высунься, я тебя прошу. Фух! Это рарка. Все, ребята, погнали открывать кейсик. Фух, повезло. Ну что же, открываем кейсичек, ребят. Ну, кейсичек это не стикерпак. И надеюсь, стикерпаки мне больше падать не будут. Мне еще Dragon Glass выпал! Чего? Чего? Вот это да! Обалдеть! Я просто обожаю эту рубрику. Я реально обожаю эту рубрику, это моя любимая рубрика. Ну что же, ребята, я думаю, что теперь им уже раунды отдавать нельзя. Просто собрались, только победа, только вперед, ни шагу назад. Я верю в каждого из вас, мужики, мы должны это сделать. Просто обнял, приподнял за метро Люблина. Все, мужики, поехали. Ну и, конечно же, на плент Б. Знаете, кто пошел? А никто не пошел! Брат, на план Б иди, слышишь? На план Б. Давай, давай, вдвоем с тобой, вдвоем, вдвоем. Давай, брат. Давай, пробегай, ты первый, брат, я не жалко, я у мамы один, брат, окей? Так. А походу это плент А. Это плент А, это плент А. Брат, давай, спинами заходим, ё-моё! Хорошо, хорошо. Давайте, ребят, кинем хаешечку. Мало ли попаду по кому-то. Ну, а мало ли, прикиньте. Так. Ага, хорошо, хорошо. Их трое, нас четверо. Возможно, они будут перетягиваться, но, ребята, я предлагаю их ждать тут, в спине. Просто идеально. Просто перфектно. Просто представьте, если они будут перетягиваться. А тут я, Кента ПК. Чисто сюрприз им устрою. Так, ага. Пацаны. Ну кто на меня? Кто на меня? Понял. Аккуратненько. Потихонечку. Помаленечку, ребят. Заходим, заходим. Главное не топать. Главное не топать. Один шажочек, и они меня спалят, что это я. Пацаны, не палите меня. Куда ты лезешь? Хорошо, 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 хорошо. Так, все, ребят, ну 4-2, ну хэштег по красоте, хэштег непогано, хэштег киберспорт, моя жизнь. Слушайте, а где последний, как думаете? Все, забрали, лучше. Не, просто машины, 5-2, закрываем, красавцы, пацаны. Обнял каждый из вас, лучше. О, не, вот это понимаем. Не, вот эта команда просто мечты, 5-2, ребят. Ну, надо еще 5 раундов также затащить, и будет все наша бомба. Один стикерпак, мне этого хватит. Больше я не хочу. А на виду пусто, нема пробития. Давайте еще мы так по киберспорту, вот так, немножко заглянем. Оп, и что тут? Никого. А тут кто? И тут никого. Хотя я слышал раскиды на пункту Б, они где-то, блин, сидят, шифтят или что? Вижу, 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 вижу. На миду кто-то есть, отвечаю. На миду кто-то есть, 100%. Так, пацаны, опасненько, опасненько. Мой тиммейт минус 3 бахнул, ничего. Минус 4.
Вот это не машины, я просто в шоках. Их вообще четверо стало! Не, ну тут, ребят, уже без вариантов, говорится. Я хоть киберспортсмен опытный, но я скажу так, когда 5 на четверых, ну у них шанс реально очень-очень маленький. Потому пацаны, только вперед, ни шагу назад. Поехали! Изевин, ребята, приказ победить, ясно? Выполнять, поехали. Прострел на лоба Глимо. Так. Это опять. А, ну почему я сюда не угадываю плен? Ну ё-моё! Дайте мне хоть кого-то! Не, ну это просто трындец какой-то, ребят. Ну просто бессовестный. Кенту даже не дают килл сделать, ребят. Пацаны, дайте мне килл сделать. Ну ё-моё, я видео снимаю. Ну все будут писать шинуб галимый. Братва, ну не мешать, не мешайте. Дайте мне последний, убегайте все, я его замыть. Ай, блин, ну как обычно. Ребят, ну если что, я пытался. Все, в этот раз на плент Б я уже бежать не хочу. А, мы меняемся сторонами. Все, понял, принял. Сейчас-то затера мы им покажем. Кто тут настоящий мужик? О, я на последнем месте! Надо исправляться, ребят, надо исправляться. Все, сейчас мы исправим эту проблемку, исправим эгориса этот ситуэйшн и будем тащить. Все, почины, поехали. Знаете, что они пишут в чате? Можно кента кикнуть чисто по приколу, чтобы бомбил. Не, пацаны, если вы меня кикнете, я бан. Ну, сразу бан, сразу бан, говорю, сразу, без вариантов. Пацаны, реально, ну, не надо мне видео порой попросить, окей? Пацаны, погнали, это Б, это Б, это Б. Я слышу, на Б их много, погнали, мужики. Опа. Давайте, slow metal. Кто? Там кто-то был. И тут кто-то был. Пацаны, мы тут! Свои! Фух! Это рарка! Ну, или энкомонка. Все починим. Погнали открывать кейсик номер 2. Все, нормально, нормально. Ну что, ребята, кейсичек номер 2. Надеюсь, мне обратно повезет. А просто представьте, если мне еще выйдет какой-то, например, Starfall. Просто представьте, насколько все будут думать, что это подкрутка. Но нет, ребята, мне попадает и Finfall Tactical. Идемте дальше, бой. И надерем задницу им. 8-2, я вам скажу только одно, ну как-то, ребята, слишком изи, слишком изи. Пацаны, кстати, вот я реально очень долгое время не снимал такой игровой контент, где я конкретно играю. Как вам вообще подобный контент? Ну вы от него кайфуете, ребят, кайфули, словили или нет? Так, оп. О, у меня бомбочка, ништяк, ништяк. Так, ребят, приказ, идем на плент Б. Не, слушай, а можно мне килл сделать, не? Пацаны. Хорошо, хорошо. Сразу плентим, ребят. Сразу на агрессии. Без вариантов. Все, ребят. Все, изи-вин, изи-вин, изи-вин. Да дайте мне килл сделать. Отстаньте, отстаньте. Уйдите все. Я флешки по ним бросаю. А! Куда ты лезешь? Сюда иди. О, меня мышка заела, но я его затащила. Ребят, ну спокойненько, 9-2, говорит, опыт не пропишь, но попытки были. Ага, их уже трое, они кикают, они уже сдаются, они боятся нас, потому что мы, ребята, мы львы, мы просто тигры, мы маслята. Маслята, топ-1, маслята, вперед, погнали, маслята. Давайте этих мухоморов просто, ребята, вырежем их вместе с грибницей, поняли? Вместе с грибницей этих мухоморов, ребят, с ними надо расправиться. Ай, да красиво-то как. Конечечку в темку бросили все, приказ. Не, ну пацаны, вот тут... А! Нет. Фух. У него анкомонка. Давайте купим эмпайр. И я очень надеюсь, что мне выпадет парочка перчаток. Я бы эти перчатки разыграл бы подписчикам. Но, увы, ах, мне падает М60 Стимбист. Ну, ничего страшного, пацаны. Продолжаем. Ну что же, ребята, счет 9-2. Шансы на победу примерно 100 к нулю. Скорее всего, ребят, мы тут победим. Но я думаю, тут без вариантов. Ой-ой-ой, у парня проблемы по пингу, ребят. Наверное, соседская Wi-Fi сидит. Так, ребята, идут. Слушайте, да? Посмотрите на этого кибера. Посмотрите! Сразу видно, Арис, оба не пропьешь, попытки были. И я отыграл. На какое место? Неужто на последнее? Ой, блин. Не, на предпоследнее. Ну, нормально. Предпоследнее место этого, ну, не нуб какой-то. Это мне хухлы-мухлы. Вот последнее место это нуб галим. А тут, пацаны, все по опыту. Все. И залутали 17, мэр. Ну что, ребята, Авик Тиханом, к сожалению, не выпал. Но если вам понравилась подобная рубрика и хотите больше подобного контента, подобной рубрики, прямо сейчас прожмите лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха Калидиовуха. Подпишитесь на мой канал, на мой второй канал, на мой инстаграм, телеграм, короче, на все мои социальные сети. Всех обнял, приподнял. Всем удачи, всем пока.